Кыргызстане будет создан гуманитарный центр организации договора о коллективной безопасности. Задача новой структуры – реагировать на чрезвычайные ситуации и ликвидировать последствия. В центре будут находиться специальные средства и техника, необходимые для оказания помощи населению. Существуют ситуации, когда национальных сил недостаточно, чтобы ликвидировать последствия ЧС. В этом случае потерпевшей стране будут содействовать спасатели стран-участниц ДКБ. Подобная структура уже существует в Армении. В Кыргызстане построят аналогичный центр. Он будет находиться в самом крупном регионе юга страны, Волжской области. Для этих целей правительством республики уже выделено 6 гектаров земли и построены складские помещения. Сумма формируемых запасов в новом гуманитарном центре – 40 миллионов долларов. Там будет и гуманитарный груз, другие материальные средства. Также, как я уже сказал, значит, специальные спасательные снаряжения и оборудование, также техника будет. Мое желание, чтобы там еще был должен быть вертолет, поскольку данный центр будет проводить работу во всем регионе. Это Средняя Азия, мы еще хотим охватывать также Афганистан.